Третий заезд. Трассу так и не полили. Ветер усиливается. Ну, в общем, будет пыльно. Машин осталось только, сколько получается, 10 или 11. 11 машин, хотя изначально заявлялись 15. BMW, которая под номером 57, уже вроде бы нету. А вон еще кто-то, 12-й едет. Ну и, кстати, включение в гонку после того, как был дан старт, допускается. И еще одна машина едет. Поехали! Кого-то там прижали. Да, пылище просто феноменальное. Там снова кого-то развернули, затерли. Так, кажется, Санек вошел в азарт. У нас пара лидеров, все остальные в роли догоняющих и облако пыли. Капец. О. Жесть. Не видно ничего. Ой, давай! Санек наращивает отрыв, уже догоняет круговых. И это всего лишь второй круг. Вот это было просто феерично. Аж пыль на зубах хрустит. Вот, пошел обгон кругового. Вторым идет Гальченко. Что-то у Омарова там случилось. Он с задержкой выехал на старт. Наверное, какие-то технические проблемы. Вот Дениса, давай, давай! Хорошо идет, молодец, Санек. Пошел красиво по внутреннему радиусу. Давай, задумайся.
Там какой-то поворот такой странный, всех подкидывает. Наверное, там какие-то выбоины, ямы появились. Это я всегда чувствую. Догоняет очередного кругового, но не успел чуть-чуть по внешнему обойти, сейчас затолкает куда-то, ну так, слегонца, немножко, красиво обошел, так, а там что-то произошло, правда в пыли ни хрена не видно. Запалив трассы, организаторам однозначно жирный минус. Так, хорошо идет. Где-то ближайший преследователь, это номер 50 был. Куда-то потерялся. Вот он. Последний круг, вроде бы, да, вон желтый флаг с черным крестом. Есть! Номер 100 в этом заезде занял первое место. Молодец! Поздравляю! Ну вот зачем так делать? Ну зачем? Ну дурачок. Гальченко третий, дальше 555 номер, тоже Кривой Рог. И на трассе остались три машины. Один там газует. Но я думаю, что он уже приехал. Так, ну вроде бы все. О, у кого есть фонарь? Ну, практически. Максимка, аплодируйте, этот человек, который приехал сегодня, первый раз в жизни.